Китайский суперкомпьютер Тайхулайт в очередной раз признали самым быстрым в мире. Он возглавил рейтинг ТОП-500, составители которого дважды в год замеряют производительность лучших вычислительных машин. Второе место в нем занял Тяньхэ-2, еще один представитель КНР. Впервые за 25 лет существования рейтинга Китай смог обогнать США. В списке 500 самых быстрых суперкомпьютеров мира китайских машин теперь больше, чем американских. 202 против 144. Напомню, что суперкомпьютеры используются для решения задач с помощью численного моделирования. В частности, они помогают в прогнозировании погоды и исследованиях космоса, в биологии, квантовой физике и механике.